Подрастает достойная смена для воинов наших вооруженных сил. Воспитание у подрастающего поколения патриотизма, готовности к защите своего отечества, родных и близких людей приносит свои плоды. В этом можно было убедиться, побывав на слете «К защите Родины готов», посвященного памяти героя России генерала Геннадия Трошева. 10 команд со всего района прибыли в Славянскую автошколу ДСАФ России, на базе которой проводился муниципальный этап краевого слета среди военно-патриотических клубов и объединений. Заместитель председателя Совета Славянского района, председатель районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Вячеслав Салмин приветствовал участников соревнований и пожелал им добиться успеха в честной борьбе за лидерство. Решением президента Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерала Трошева почетным знаком за отличие были награждены студенты Славянского электротехнологического техникума Ирина Петрова и Максим Ших. Я очень рад тому, что меня наградили. Мы занимались долго для этого в своем клубе. Больше эстафеты, вот эти прикладные виды спорта, автомат разбирать, стрелять, все это мне нравится. Участники состязались в смотре строя и песни, где нужно было продемонстрировать военную выправку, слаженность движений, музыкальность. Оценивали выступления участников смотра представители воинской части. Ребята хорошо готовились к состязаниям, закаляли характер и воспитывали командный дух и были настроены на серьезную борьбу, чтобы продемонстрировать свои умения. Мы будем стараться, мы тренировались, как и раньше. Мы готовились к бегу, к маршировке и надеемся, что нас хорошо оценят. Мы очень долго готовились, у нас очень дружная команда, всегда друг друга поддерживаем и всегда готовы победить. Главное – это настроение, настрой, с которым ты приехал, и погода ничего не испортит. Участники соревнований очень старались выступить в полную силу в военизированном комбинированном кроссе, который завершал муниципальный этап краевого слета, и это им удалось. По итогам слета «К защите Родины готов» победил военно-патриотический клуб «Будущий воин» 29-й школы. На втором месте вымпел Славянского электротехнологического техникума и замыкает тройку призеров клуб «Патриот» Славянского сельскохозяйственного техникума. Победители будут представлять Славянский район на зональном этапе краевого слета. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».